окружности в пространстве, которые организуются в прекрасной арабеске. Чтобы лучше понять сферу размерности 3 в пространстве размерности 4, я покажу вам, как заполнить пространство окружностями и образовать таким образом то, что математики называют расслоением. Кстати, меня зовут Хейнц Хопф, и я одно из главных действующих лиц в развитии топологии в первой половине 20-го столетия. Посмотрите на эту торическую поверхность, заполненную окружностями, кажущимися сплетенными. Я вам объясню этот рисунок. Окружности, сферы и торы – одни из наиболее простых объектов, которые изучает топология. Она пытается понять связи между этими объектами. Я работал в Берлине, Принстоне и Цюрихе, и мое имя все еще часто упоминается сегодня в математике. Теорема Пуанкаре-Хопфа, инвариант Хопфа, алгебра Хопфа, расслоение Хопфа. Вот мой портрет. Я опубликовал открытие моего расслоения в 1931 году. Но, как всегда, надо сказать, что я опирался на многочисленных предшественников, таких, например, как Клиффорд, которого вы видите здесь. Он работал в 19 веке в Англии. Начнем с некоторых объяснений на доске, белой на этот раз. Что мы видим? Плоскость размерности 2, скажете вы мне. И да, и нет. Это действительно двумерная плоскость, но это плоскость комплексной размерности 2, то есть пространство вещественной размерности 4. Теперь небольшое усилие. Каждая точка на этой плоскости определяется двумя координатами. Каждая из этих координат является комплексным числом, которое, как вы помните, определяется двумя действительными числами. Каждая из осей является комплексной прямой, то есть точки на этих осях имеют одну координату – комплексное число. Вы видите здесь, например, точку 2-i на первой оси. То же самое на другой оси, оси ординат. Здесь мы видим точку единица минус 2i на этой оси. Наша доска волшебная, но, к сожалению, не до такой степени, чтобы мы могли видеть обе плоскости одновременно. В пространстве размерности 3 они пересекаются по прямой, в то время как в пространстве размерности 4 они не пересекаются нигде, кроме как в начале координат. В конце концов, это же координатные оси. Что же вы теперь видите? Окружность? Да. И нет. То, что вы видите, или точнее то, что вы должны представлять себе, это множество точек в пространстве размерности 4 на единичном расстоянии от начала координат. Иначе говоря, это не что иное, как сфера S3. Правда, конечно, потребуется некоторое воображение. Посмотрим, по крайней мере, как эта сфера пересекает первую ось. Сфера S3 пересекает первую ось во множестве точек этой оси, которые находятся на единичном расстоянии от начала координат. Вы видите, сфера S3 пересекает первую ось по окружности. То же самое верно и для второй оси, которая пересекает сферу S3 по окружности синего цвета. Но посмотрите.
То, что верно для горизонтальной и вертикальной прямых, также верно и для всех остальных прямых, проходящих через начало координат. Здесь вы видите прямую, заданную уравнением z2 равно минус 2z1. Но то же самое мы могли бы сделать для всех прямых вида z2 равно az1, где a – произвольное комплексное число. Таким образом, единичная сфера S3 в пространстве размерность 4 заполнена окружностями, по одной для каждой комплексной прямой, проходящей через начало координат нашей комплексной плоскости комплексной размерности 2. Осторожно! Глядя на рисунок, может показаться, что красные окружности пересекаются, но на самом деле в размерности 4 это не так. Прямые пересекаются только в начале координат, и, следовательно, их пересечение с единичной сферой не пересекается вовсе. Это разбиение сферы на окружности. Его открыл я, и его называют с тех пор расслоением Хопфа. Почему расслоение? Потому что о нем стоит думать как о нитях в ткани. Мы посмотрим на это при помощи стереографической проекции. Вообразите, что мы проецируем сферу S3 из ее северного полюса на касательное пространство в южном полюсе, которое совпадает с нашим пространством размерности 3. Вот проекция одной из этих окружностей, получающаяся, как мы уже видели раньше, при пересечении комплексной прямой с единичной сферой S3. Но таких окружностей много, по одной на каждую комплексную прямую, проходящую через начало координат. Каждому комплексному числу A мы можем сопоставить прямую z2 равно az1 и соответствующую ей окружность. Будем менять число a, или, что то же самое, вращать прямую, и пронаблюдаем, как изменяется окружность. Заметим, что иногда окружность кажется превращающейся в прямую, но это просто означает, что она проходит через северный полюс нашей сферы S3. Посмотрим на две таких окружности одновременно. Слева внизу находятся два подвижных комплексных числа А – красное и зеленое. И вы видите красную окружность, соответствующую красной точке, и зеленую, соответствующую зеленой точке. Вы видите, что каждые две окружности сплетены, как два кольца в цепи. Невозможно расцепить их, не разорвав. Для интереса мы рассмотрим вместе три окружности. Посмотрите, как танцуют эти три сцепленные окружности. Давайте возьмем много комплексных прямых, выбранных случайно, и посмотрим на все эти окружности одновременно, просто так. Окружности заполняют пространство, попарно не пересекаясь. Это пример расслоенной структуры. Попробуем рассмотреть это получше и вернемся ненадолго к доске.
Итак, мы имеем по окружности Хопфа для каждой прямой. Каждая из этих прямых задается уравнением z2 равно az1, где a – комплексное число. Наклон прямой, который мы представляем красной точкой, прогуливающейся по зеленой прямой. По правде говоря, вертикальную ось нельзя задать уравнением такого вида. Но мы можем сказать, что это тот случай, когда a обращается в бесконечность. Не забудем также, что a – это комплексное число. Зеленая прямая – это тоже комплексная прямая, иными словами, вещественная плоскость. Подведем итог. Интересующие нас комплексные прямые полностью описываются одной точкой на этой комплексной прямой, которой нужно не забыть добавить точку на бесконечности. Но мы уже видели, что, добавляя точку на бесконечности к комплексной прямой, мы получаем обычную сферу S2. Это опять стереографическая проекция. Таким образом, интересующие нас комплексные прямые описываются точками на желтой сфере, в сфере S2 размерности 2. В каждой точке S2 мы таким образом сопоставили окружность. Но окружность можно назвать сферой размерности 1, не правда ли? И все эти окружности заполняют сферу S3. Каждая точка S3 принадлежит только одной из этих окружностей и задает тем самым точку сферы S2. Таким образом, мы получаем проекцию сферы S3 на сферу S2. Сложно, не правда ли? Математик сказал бы, что над каждой точкой базы S2 висит слой, являющийся окружностью S1. И что тотальное пространство этого расслоения есть сфера S3. Я очень горжусь моим расслоением, тем более, что оно стало фундаментальным объектом топологии.